Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно в разящий свинец перелить. Громадной силой слово обладает, и можно ранить, можно и убить, и можно вылечить, коль слову доверяют, и к жизни с того света возвратить. Первична мысль, материя вторична, но мы бездумно что-то говоря, смысл не вникаем, все нам безразлично, а слово мысль задумано не зря. Вначале было слово, все мы знаем, жизнь в смысле началась, вот правда где. Но почему тогда не замечаем причину всех страданий мы в себе? Вся сила сплетен, ябед, сквернословья разрушила дотла наши сердца. О, если б знали мы, энергии сколько потратили, болтая без конца, не понимаем, как нас разрушают пустая мысль и праздный разговор. Они нам жизни дней не прибавляют, они выносят свой нам приговор. Настало время думать необычно, лишь позитиву дай ты в жизни ход. И помни, человека мысль первична. Что ты задумал, все произойдет. Ошибается каждый, признает ошибки мудрый, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящий.